Абонент к газу подключен. Накануне в наших выпусках мы рассказывали о непростой ситуации, в которую попала жительница села Красный Партизан. Дом пожилой женщины отключили от газоснабжения за долги. В редакцию с просьбой о помощи обратились соседи. Елена Михайловна Иванова с прошлого отопительного сезона задолжала газовикам около 30 тысяч рублей. Как пояснила пенсионерка, долг образовался, когда с ней жила внучка-школьница, и большую часть средств она тратила на нее. Сейчас девочку направили в детский дом. За лето долг газовикам удалось погасить частично. Осталось выплатить 9 тысяч рублей, но восстановленный срок не уложилось. Минимальная пенсия практически полностью уходит на оплату долга и ежемесячные коммунальные платежи. За газ по нормативам Елена Михайловна платит больше 3 тысяч рублей. Помочь старушке взялись односельчане. Чтобы женщина не осталась в холоде в зиму, готовы ее кормить, лишь бы скорее погасила долг перед газовиками. В Оренбург-Межрайгазе сегодня заверили – проблема решена. Данный абонент был нами отключен за задолженность. Он был отключен в соответствии с законодательством, то есть был уведомлен необходимым образом. Вот. Но в настоящий момент мы газоснабжение этому абоненту уже восстановили. То есть данный человек уже может пользоваться газом. И, в общем-то, по сути, проблема таким образом уже разрешилась, несмотря на то, что еще остаток задолженности существует. Добавим, что по нашей просьбе газовики пообещали рассмотреть возможность установки в доме пенсионерки бесплатно газового счетчика. В таком случае ежемесячные платежи у Елены Ивановой снизятся в разы. Кроме того, газовики сетуют на то, что по области более 30 тысяч абонентов с задолженностью свыше 3 месяцев, которые по закону попадают под подобное отключение. В случае возникновения трудностей с оплатой за потребление газа просят обращаться к специалистам абонентской службы.